Ростовчане продолжают крайне негативно оценивать ход транспортных реформ. Стартовавшая полтора месяца назад реформа движется в том же заведомо провальном направлении, что и пресловутая транспортная реформа осени 2018 года. Новации, объявленные в августе этого года, обязывали компании перевозчиков переодеть своих водителей в форму, при температуре воздуха выше плюс 20 градусов включать и не выключать в выходящих на маршрут автобусах и троллейбусах кондиционеры. С нерадивыми перевозчиками были разорваны контракты, соответственно, маршруты передавались другим компаниям. Но дела не только не переменились к лучшему, но и стали хуже. Сегодня бичом пассажиров стали внушительного вида очереди на остановках. Образуются они главным образом из-за обострившейся нехватки подвижного состава. Как говорят специалисты, их появление при почти 50% дефиците водительского состава было неизбежно. Но в водители сегодня люди идут крайне неохотно. Хлопот работа приносит куда больше, чем денег. Если обозначить одним словом все происходящее сегодня в системе ростовского городского пассажирского транспорта, то иначе как коллапсом это назвать нельзя. Побывав на остановках транспорта, можно много поучительного увидеть, а еще больше услышать и убедиться самому. Тех автобусов, что раньше ходили с интервалом в несколько минут, сегодня приходится дожидаться по полчаса и больше. Все происходящее сегодня ростовчане характеризуют как подлинный транспортный кошмар.